Всем добрый день. Значит, дождиков нету. Вот, закончились вчера. Как бы, ну и морозов нету. Вот, соответственно, клубы все поразвалились. И вот в сильных семьях, вот я вот покажу. Пчелу даже умудряется вот чистить, выкидывать. Как бы. Вот. Но это в сильных семьях. Как бы вчера даже дождик моросил и было плюс 11. Вот. Так что, скорее всего, уже расплод пошел. Вот. Хотя, конечно, лучше бы, чтобы температура была в районе нуля. Вот. А так получится следующее. Потеплело, пчела начнет гнать расплод. Белка нету. Пчела старая, незаменившаяся. Вот. Вроде плюс 10, плюс 11. Многие радуются. Ну, расплод пошел. Только весна будет долгая. И все время будет вот так стоять. Плюс 10, 12 градусов, там 15. Получится, что расплод как таковой мало будет его. Вот. Короче, будет диспропорция пчелы, заменившейся и старой. Старая, соответственно, отойдет, а новая не нарастет. И семьи превратятся там, ну, если было там, допустим, 5 рамок, будет 4. Соответственно, если у вас было там 2, то останется там рамка или полрамки. Вот. Поэтому не очень радуйтесь, что такая теплая была весна. Даже не сколько весна, сколько зима. Вот. Так что вот такие вот дела. Ну вот, вот тут вот. Вот видите, соринки. Вот тут пчела чистит. Со дна выкидывает мусор. Ну вот что выкидывает, это хорошо. Такие семьи, значит, они сильные. Есть пчела, она здоровая, работоспособная. Вот. Так что вот такой вот будет, может быть, нюанс, соответственно. Вот. Ну, а я вот подготавливаю ящички для расширения со вторых корпусов на увеличение отводков. Всем удачи, до новых встреч!